Да, О май гад. избежать зубов вечно голодного крокодила, который уже выбрал себе обед, почти невозможно. Крокодил заходит в воду издалека, чтобы не напугать пугливых зебр на водопое. Атака! Еще атака. Зебра ушла. Хищник, ну просто на расстоянии метра, выжидает того, кто совершит ошибку, споткнется или замедлит переход. Атака на водопое. Зебре не просто уйти от хищника. От двух хищников. Но получилось. Нога сильно повреждена. Крепкая хватка хищника не дает возможности даже пошевелиться. Но рывок, возможно, пострадал только хвост. Бегемотом не нравятся крокодилы. Они идут, чтобы помочь зебре избежать крокодильих зубов.